Братья и сестры, дорогие подписчики и гости нашего канала «Незримая защита», к вам огромная просьба помочь нам в продвижении нашего канала, так как он находится в теневом бане у Ютуба. Вот что нужно для этого сделать: посмотреть наше видео, оставить комментарии и поделиться этим видео. Нам очень нужна ваша поддержка. С уважением, «Незримая защита». Оставайтесь с нами. Молитесь Господу Богу. Храни вас Бог. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреши, и лукавое пред Тобою сотвори. Яко да оправдишися во славе сеях Твоих и победишь, и в них да осудить идти. Себо в беззаконии зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил и сей безвестное, тайное премудрости Твоей я явил мне сей. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отверзишь, и устами возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижду со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельце.